Все профессии важны, все профессии нужны. Благодаря проекту «Билет в будущее» их можно попробовать все. Стать на один день врачом, летчиком, программистом. Можно освоить вкусные и творческие профессии. Например, стать поваром-кондитером. Школьники из второй гимназии так и сделали. На один день они попали на настоящую кухню и приготовили первое блюдо в роли кулинара. 15 октября начались профпробы. Это такие практические мероприятия, которые моделируют профессиональную деятельность. И ребята у нас приходят из всех школ для того, чтобы попробовать. Вот в настоящее время у нас поварское дело, кондитерское дело на данной площадке. Вообще у нас участвуют 90 школ в этом году, и они ходят на 40 площадок. Опытные мастера рассказали школьникам о плюсах и минусах своей творческой работы, а также поделились секретами, как сделать блюдо еще вкуснее. Приятным завершением мастер-класса стала дегустация собственного кулинарного шедевра. Сегодня у нас будет мастер-класс по трайфам. Это знаменитый английский десерт. Он у нас многослойный, то есть основная основа там у нас идет бисквит, крем и какая-то ягодная пропитка или начинка. Желе, в нашем случае, сегодня будут вишневые ягоды. Если, например, заменить крем на мороженое, то можно уже получить такой десерт, как парфе. Но сегодня мы все-таки будем делать трайфы. Также ребята смогли приготовить настоящую итальянскую пасту, раскатать тесто, нарезать спагетти, сделать вкусный соус. Мастер-классы в рамках проекта «Билет в будущее» продлятся до 15 ноября и охватят 5000 учеников. Школьники попробуют себя еще в роли бариста, спасателя, интернет-маркетолога, дизайнера. Такая возможность появилась благодаря национальному проекту «Образование». Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.